тебя есть какая-то болезнь в теле. Ja tev ir kāda Я верю, что сегодня на этом месте есть Иисус Христос. Es ticu, ka šajā vietā ir Jēzus Kristus. Есть Дух Святой. Ir Svētais Gars. Который хочет прикоснуться к тебе. Kurš vēlas pieskarties чтобы tev. Вся твоя жизнь она изменилась. Lai visa tava dzīve izmainītos. Вы знаете, когда мы с вами говорим о Боге, kad mēs ar jums runājam par Dievu, мы не можем часто понять Бога. Mēs bieži vien nevaram saprast Dievu. Потому что он больше нас. Jo viņš ir lielāks par mums. Он больше нашего воображения. Viņš lielāks par mūsu iztēli. Он больше нашего представления. Viņš ir lielāks par mūsu izpratni. И когда мы рассуждаем о Боге. Kad mēs spriežam par Dievu. Некоторые люди спорят о Боге. Ir cilvēki, kas strīdas par Dievu, kas Есть множество различных религий. Ir daudz dažādas reliģijas. И люди утверждают, что нет разницы в какой-то религии. Un cilvēki saka, ka nav starpības, kurā reliģijā. Dievs ir viens. Неважно, какой религии, это как кто-то говорит, это как бы вот гора. Citi saka, ka tas ir reliģija, ir tā kā kalns. И неважно, с какой стороны ты на неё поднимаешься. Un nav svarīgi, no kuras puses tu viņā kāp. Важно, что ты на неё поднимаешься просто. Svarīgi, ka tu vispār kāp tajā kalnā. Может через мусульманство. Varbūt caur musulmanu. Можешь через иудаизм. Varbūt caur jūdaismu. Можешь через христианство. Varbūt caur kristietību. Но Библия говорит нам, что Бог Bībele saka, ka Dievs Он послал Иисуса Христа. Viņš atsūtīja Jēzus. И Библия говорит, что Иисус Христос это единственный путь. Un Bībele saka, ka Jēzus ir vienīgais ceļš. Это единственный путь к Господу. Tas ir vienīgais ceļš pie Dieva. Я проповедовал во многих частях мира. Es daudzās pasaules daļās esmu sludinājis. Я везде проповедую один путь. Un es sludinu vienu ceļu. Этот путь это Иисус Христос. Un šis ceļš, tas ir Jēzus. Если ты этим путем пойдешь, ja iesi šo ceļu, вся твоя жизнь может измениться. Visa tava dzīve var izmainīties. Только через Иисуса ты можешь прийти к Богу. Tikai caur Kristu tu var atrast. А придя к Богу, вся твоя жизнь может измениться. Bet pie Dieva visa tava dzīve var izmainīties. Аминь. Amen. И сегодня я буду проповедовать на очень хорошую, ну и простую тему. Es sludināšu par ļoti labu, bet vienkāršu Потому tēmu. Что все самое хорошее, jo viss pats labākais, это самое простое. Tas ir pats vienkāršākais. Аминь. Amen. Все гениальное, оно просто. Viss geniālais ir vienkārši. Часто люди все усложняют. Bieži vien cilvēki visu sarežģīja. 10 шагов, чтобы приобрести это. Vajadzīgs, что? 10 шагов, чтобы приобрести это. Ja 20 шагов, чтобы обойти вот это. 20 соль, lai iegūtu to, vai 30 vēl... шагов, чтобы не впасть в искушение. Lai 10 соль, lai neiekrist kārdināšanu. Чтобы обойти искушение. Lai apietu kārdināšanu. Чтобы стать богатым. Lai kļūtu bagāts. Или стать нищим, потом стать богатым. Vai kļūtu nabags, un pēc tam kļūtu bagāts. Кучу всяких шагов. Daudz dažādas соль. Всяких теорий. Daudz teorijas. Но вы знаете, мы стали верующими. Mēs kļuvām ticīgi. Потому что однажды к нам прикоснулся Бог. Jo mums reiz pieskārās Dievs. Я знаю одного парня. Es zinu vienu puisi. Он является пастором в моем регионе. Viņš ir mācītājs manā reģionā. Когда он покаялся в церкви, kad viņš atgriezās pie Dieva draudzē, ему было 15 лет. Viņam или 14 даже. 14 vai 15 gadi. И он говорит, я пришел в церковь, я ничего не понимал. Es atnācu uz draudzi un Пастор что-то проповедовал. Mācītājs kaut ko sludināja. Что-то пели. Kaut ko dziedāja. Но потом после проповеди. Bet pēc tam pēc sludināšanas. Пастор позвал всех на сцену, чтобы помолиться. Un aicināja mācītājus, lai visus lai lūgtu. Un es aizgāju. Я говорит, вышел на сцену. Es izgāju skatuves. На меня пастор возложил руки. Man mācītājs uzlika rokas. Я упал. Es nokritu. Я говорит, я не понял, как это произошло. Un es nesapratu, kā tas notika. Я говорит, ничего не помню с этого служения. Es neko neatceros no tā dievkalpojuma. Но помню, что я почему-то упал. Bet es atceros, ka es nezinu, kāpēc nokritu. И говорит, я после этого служения пошел в свой район, в свой двор. Es aizgāju uz savu rajonu, savu pilsētu. Я не знал ничего, не читал Библию. Es nezināju nekā, es nelasīju Bībeli. Но я говорит, всем проповедовал. Bet es visiem sludināju. И говорит, моя проповедь была такая. Un man sludināšana bija tāda. Я был в одном месте. Es biju vienā vietā. Где на меня положили вот так руку. Man tā uzlika roku. Я упал. Un es nokritu. И видел свет. Un redzēju gaismu. Говорит, про свет я додумал уже. Ну, par gaismu es izdomāju. Говорит, я упал. Es nokritu. Увидел свет. Ieraudzīju gaismu. А потом встал. Un pēc tam piecēlos. Пойдемте, я вам покажу. Ejam, es jums parādīšu. И он таким образом 10 человек привел в церковь. Un tā viņš 10? 10. 10 cilvēks viņš atstāja. Многие люди, они знают так много. Daudz cilvēku viņi nezina tik daudz. Они уже прочитали всю Библию. Daudz cilvēku zina daudz, viņi izlasījuši visu. Выучили все стихи наизусть. Izmācījušies, iemācījušies visus pantus. Но так и не начали проповедовать. Bet viņi nav sākuši sludināt. Вы знаете,
когда наша жизнь меняется. Kad mūsu dzīve mainās. Не когда мы много знаем. Un kad mēs daudz zinām. А когда мы пережили встречу с Господом. Mūsu dzīve mainās tad, kad mēs piedzīvojam tikšanos ar Dievu. Библия говорит, что когда Иисус Христос ходил по земле. Kad Jēzus Kristus staigāja pa zemi. Люди, они искали, чтобы прикоснуться к Нему. Cilvēki meklēja pieskarties Viņam. В то время было мнение. Tajā laikā bija uzskats. Ходил такой слух. Что если ты прикоснешься к Иисусу из Назарета, ja tu pieskarsies, Jēzum no Nazaretes, твоя жизнь может измениться. Tava dzīve var izmainīties. Я не уверен, что люди знали много о Иисусе. Es nezinu, neesmu pārliecināts, ka cilvēki daudz zināja par Jēzu. Я не уверен, что в то время люди слушали все проповеди Иисуса внимательно. Es neesmu pārliecināts, ka visi klausījās Jēzus prediķus. Но они все знали. Bet viņi visi zināja. Что если они прикоснутся к Иисусу? Ja viņi pieskarsies Jēzum. Или Иисус прикоснется к ним? Vai Jēzus pieskarsies viņiem? То есть жизнь изменится. Tad viņu dzīve izmainīsies. Ты можешь много знать о Боге. Tu vari daudz zināt par Dievu. Ты можешь много слышать о Боге. Tu vari daudz dzirdēt par Dievu. Но если ты соприкоснешься с Богом. Bet ja tu pieskarsies Dievu. Твоя жизнь изменится. Tava dzīve izmainīsies. Без соприкосновения с Богом. Bez pieskaršanos Dievu. Наша жизнь не может поменяться. Mūsu dzīve nevar izmainīties. Библия говорит, они искали прикоснуться к Нему. Bībele saka, viņi meklēja pieskarties Viņam. Они приносили детей, чтобы Иисус возложил на них руки. Viņi nesa bērnus, lai Jēzus viņus svētītu. Библия говорит, на всех, кого Он возлагал руки. Jo visiem, ka viņš uzlika rokas. Они все исцелялись. Viņi visi dziedinājās. И они все освобождались. Un viņi visi atbrīvojās. Ты скажешь, о, как классно! Ты teiksi, о, cik lieliski. Если бы такой Иисус ходил сегодня здесь. Ja tāds Jēzus staigātu šodien šeit. Если бы Иисус ходил по нашему городу. Ja Jēzus staigātu pa mūsu pilsētu. Я бы тоже искал, чтобы к Нему прикоснуться. Es arī centos Viņam pieskarties. И люди думают, Иисуса нет. Varbūt domā, ka Jēzus nav. Здесь на земле. Шeit nav zem. Но есть пастор. Bet ir mācītājs. Вот если пастор на меня возложит руки. Ja mācītājs man uzliks rokas. Тогда моя жизнь изменится. Tad mana dzīve izmainīsies. Вы знаете, мои руки ничем не отличаются от ваших рук. Manas rokas ne ar ko neatšķirās no jūsējām. И руки вашего пастора ничем не отличаются от ваших рук. Un jūsu mācītāja rokas neatšķirās no jūsu mācītājām. И наша жизнь не меняется от возложения рук человека. Mūsu dzīve nemainās no cilvēka roku uzlikšanas. Наша жизнь меняется от того, что Дух Святой прикасается к нам. Mūsu dzīve mainās tad, kad Svētais Gars pie mums pieskaras. Если Дух Святой прикоснется к тебе, Ja Svētais Gars tev pieskarsies, твоя жизнь, она вся изменится. Tava dzīve visa izmainīsies. И Библия говорит, люди же это знали. Cilvēki to zināja. И поэтому они искали. Un tāpēc viņi meklēja. Они знали. Viņi zināja. Они слышали. Viņi dzirdēja. И поэтому они этого искали. Tāpēc viņi to meklēja. Чего сегодня люди ищут в этом мире? Ko šodien cilvēki meklē šajā pasaulē? О чем они думают? Par ko viņi domā? И чего они жаждят? Un ko viņi, pēc kā viņi ауц? Если ты настоящий верующий человек, ja tu esi īsts ticens, твое желание должно быть, чтобы сам Иисус прикоснулся к тебе. Tavs mērķis varētu būt, kad pats Jēzus pieskarās. Иисуса нет уже здесь. Bet Jēzus nav šeit. Да, здесь Иисуса нет. Jā, šeit Jēzus nav. Нету его тела. Nav viņa ķermeņa. Но он прикасался ко всем Духам Святым. Bet viņš savu Svēto Garu visiem pieskarās. Библия говорит, что он ходил в силе Духа Святого. Ходил в силе Духа Святого. Viņš Svētā Gara spēkā. И исцелял всех. Un dziedināja visus. И освобождал здесь. Un atbrīvoja. Здесь нет тела Иисуса. Nav Jēzus ķermeņa šeit. Но здесь есть Дух Святой. Bet šeit ir Svētais Gars. Который был с Иисусом. Kas bija ar Jēzu. Аминь. Amen. Здесь есть Дух Святой. Šeit ir Svētais Я Gars. Я не знаю, как вы, но меня это радует. Я nezinu, kā jums, bet man tas здесь patīk. Есть Дух Святой. Šeit ir Svētais Gars. Библия говорит, там, где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди них. Tur Bībele saka, kur Divai, trīs ir viņa vārda, Бог viņa сегодня vidū. Посреди нас Духом Своим Святым. Dievs šodien ir mūsu vidū savā Svētajā Garā. И руки Иисуса имели такую силу. Un Jēzus rokām ir tāds spēks. Потому что в нем был Дух Святой. Jo viņā bija Svētais Gars. На нем был Дух Святой. Uz viņa bija Svētais Gars. И с ним был Дух Святой. Un ar viņu bija Svētais Tvoja Gars. Твоя жизнь. Tava dzīve. Она тоже может иметь силу. Tev arī jābūt spēkam. Если на тебя сойдет Дух Святой. Ja pār tevi nāk Svētais Gars. Все ответы в прикосновении Духа Святого. Visas atbildes ir Svētā Gara pieskarē. Однажды молодая девушка Мария. Viena jauna meitene Marija. К ней пришел ангел. Pie viņas atnāca ēngelis. И Библия говорит, ангел принес ей странную весть. Un Bībele saka, ēngelis atnes viņai dīvainu vēstu. Она еще не была замужем. Viņa vēl nebija precējusies. А ангел ей говорит. Un ēngelis viņai saka. Вот ты зачнешь. Lūk, tu tapsi grūta. И родишь сына. Un dzemdēs dēlu. Аллилуйя. Аллилуйя. Она, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Диему. А как это будет? Вот как это будет? Я еще с мужем не расписана. Es ar vīru neesmu sarakstījusies. У нас еще не было свадьбы. Mums nebija kāzu. И ангел не сказал. Un ангелс мне teica. Вот пройдет свадьба. Вот поест kāzas. И ты зачнешь.
Un tu paliks grūti. Он сказал, до свадьбы. Līdz kāzā, viņš teica. Marija подумала, это неправильно. Bet tas nav pareizi, Marija teica. Что по мне скажут люди? Ko par mani teiks cilvēki? И как вообще это произойдет? Un kā tas vispār notiks? Мне ж надо с мужем быть. Man taču jābūt ar vīru. Līdz tam. Вы знаете, да, чтобы дети были, надо два человека. Ir vajadzīgi divi cilvēki, jūs zināt, ja? Мужчина и женщина. Vīrietis un sieviete. Мужчина не подходит. Vīrietis un vīrietis neder. И женщина и женщина не подходит. Sieviete un sieviete. Мужчина и женщина. Vīrietis un sieviete. Marija пришла, он сказал, у тебя будет сын. Un Marija saka, а как это будет? Kā tas būs? И Библия говорит, ангел сказал, Дух Святой. Un eņģēls teica, svētais gars. Сойдёт на тебя. Нāks pār tevi. И ты зачнёшь и родишь сына. Un tu tapsi grūtam zemes zēlu. Это будет сверхъестественно. Tas būs pārdabiski. Слова Божьи исполняются тогда, когда Дух Святой прикасается к нам. Dieva vārds piepildās, kad svētais gars pieskarās. В нашей жизни может быть слово Божье. Mūsu dzīvē var būt Dieva vārds. Но прикосновение Духа Святого. Bet svētā gara pieskāriens. Оно оживляет слово. Tas dara vārdu dzīvu. Оно благословляет нас. Tas svētī mūs. Нам нужно прикосновение Божье. Mums vajadzīgs ir Dieva pieskāriens. Чтобы вся наша жизнь изменилась. Lai viss mūsu dzīve izmainītos. Нам нужно прикосновение Божьей руки к нам. Mums vajadzīgs Dieva rokas pieskāriens. Что такое Божья рука? Божья рука на этой земле – это Дух Святой. Dieva roka uz zemes ir svētais gars. Это Дух Святой. Tas ir svētais gars. Библия говорит, что Иисус сказал такие слова. Bībele saka, ka Jēzus teica. Он говорит, если я перстом Божьим изгоняю бесов. Ja es рукой Божьей. Ar Dieva roku izdzeru ļaunos garus. Тогда истина достигла вас Царства Божье. Достигла вас Царства Божье. Tad jums ir debesu valstība ir sasniegusi jūs. Дух Святой – это Божья рука. Святая Гарста и Дева Рока. У шеи земес. И Библия говорит, что Иисус Христос, Он Божьей рукой это делал. Он Библия сказала, что Иисус то дарил. Он делал это Духом Святым. Он же дарит его Святого Гару. Братья и сестры, у меня радостная новость. Брайль Масман и Лаба Зиня. Дух Святой здесь. Святая Гарста и Шейт. Аминь. Аминь. Дух Святой здесь. Святой Гарст ir šeit. Дух Святой среди нас. Святой Гарст ir mūsu vidū. И Дух Святой хочет коснуться тебя. Он Святой Гарст grib pieskarties tev. Скажу, ой, но я так сильно далеко. Un tu varbūt teiksi, у меня такие проблемы. Man ir tādas problēmas. Isaija 59. Глава. Jesaja 59. Nodaļa. Бог говорит, вот рука Господня. Первый стих. Pirmais pants. Redzi tā kunga roka. Nebūt не сократилась на то, чтобы спасать. Nebūt nav par īsu, lai tev varētu palīdzēt. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Un viņa auss nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Biblija говорит, рука Господня не сократилась. Dieva roka nav kļuvusi īsāka, Bībele saka. Рука Господня достаточно длина, чтобы достать до всех. Un viņa roka ir pietiekami gara, lai aizsniegtu visus. Когда народ Израиля ходил в пустыне. Kad Izraela tauta gāja pa tuksnesi. Рука Божья доставала до пустыни. Dieva roka bija aizsniegta šo tuksnesi. Когда народ Израиля был в Египте. Kad Dieva tauta bija Ēģiptē. Рука Божья могла достигнуть их в Египте. Viņa roka varēja viņus aizsniegt Ēģiptē. Нет такого места. Nav tādas vietas. В котором не мог быть бы Дух Святой. Kurā nevarētu būt Svētais Gars. Нет ни одного места на планете Земля. Nav vienas vietas uz šīs planētas Zemes. Куда бы Дух Святой не мог бы достигнуть нас. Где бы Дух Святой не мог бы достигнуть нас. Nevar mūs aizsniegt. Дух Святой может достать нас везде. Святой Гарст может нас аистить. Библия говорит, его рука достаточно, чтобы спасать. Viņa достаточно длина. Педеком гара, лай глабту. Когда Библия говорит. Kad Bībele to saka. Моисей ходил с Израилем по пустыне. Мозес стайгая ар Израилу по тукснеси. И вдруг. Un пекшни. Им надоело есть манную кашу. Viņiem апника манна путро ест. Им надоело есть то, что Бог давал им. Viņiem апника ест то, ко Девс дева. Манну. Манну. И Библия говорит. Un Bībele saka. Тогда они начали сильно кричать. Viņi saka, skaļi kliekt, они сказали, хотим мяса. Mēs gribam gaļu. Кому иногда хочется мяса? Кому даже есть грибас гаļu? Слава Богу. Вы живые люди, значит. Библия говорит, они ходили, ходили. И потом они сказали, мы хотим мяса. Pēc tam viņi teica, mēs gribam gaļu. И знаете, что сказал Моисей? Он знает, что Мозес говорит. Он говорит, ребята! Вечи! Мы в пустыне! Мы сам тукснеси. Какое мясо в пустыне? Када галя тукснеси. В пустыне нет мяса! Тукснеси нау галес. И он пошел молиться и говорит, Господи! Винш, айзгай лук, где я им в пустыне возьму мясо? Kuras tūkstnesī gaļu dabūšu. И знаете, что сказал ему Господь? Un zin, ko teica Dievs? Он говорит, неужели ты думаешь, что рука Господня коротка?
Vai tiešām tu domā, ka mana roka par īsu ir? Вы знаете, многие люди живут. Daudz cilvēku dzīvo. Им кажется, что Бог до них не достает. Un viņiem liekas, ka Dievs viņus neaizsniedz. Бог до них не достанет. Dievs viņus neaizsniedz. Вот у нас в Украине все думают, что Бог он только где-то в Америке. Mums Ukrainā dzīvo, kad domā, ka Dievs ir kaut kur Amerikā. Мне однажды подарили один диск с прославлением. Man vienu slavēšanas disku uzdāvināja. И там один парень, он вообще сам происхождение с Америки. Viens puisis, viņš ir no Amerikas. Он живет в России, поет на русском. Bet dzīvo Krievijā. У него там такие слова были в песне. Un viņam tādi vārdi bija dziesmā. Во веки он царствует. Мужик, мужик, viņš valda. Но у него такое произношение не очень. Viņam tā izteiksme. Я помню, включил диск. Es ieslēdzu. Ну что за странная песня? Kas par jocīgu? В Америке он царствует. В Америке viņš valda. В Америке, в Америке. Не весь во веки, бет, ну, правда, Америка. В Америку приезжаешь, что Бог царствует. И многие люди думают, они смотрят телевизор. Да, вот человек, смотрят служение Бенихина. Un, там Бог всех исцеляет. Dievs visus dziedina, всех освобождает. Visus atbrīvo. Все от пиджака Бенихина падают. Но viņa жакетас крит. Вот если бы я был там. Лук, я būtu tur. Вот если бы я там побывал. Я из Турвара отнокнут. А вот тут пастор вчера из Израиля приезжал. Лук Вакер бы, ну, конечно, он помазан, он же в Израиле живет. Він ще ну Ізраїль, він ще в Єрусалимі. Єрусалим. Подходит так в стене плача. Пеет, пеет рауду мура. Конечно, Бог там ближе. Протом с Дьявсом ним тут. Знаете, как люди говорят, вот там Бог ближе. Цити сака Лук Дьявс. Или вот там Бог ближе. Вай тур ир Дьявс тува. Представьте, евреи были в пустыне. Евреи были тукснеси. Там не было храма. Тур не было темпля. Там не было многих вещей. Tur nebija daudz lietu. Но Библия говорит, Иисус, Бог сказал Моисею, говорит, неужели ты думаешь, моя рука коротка? Un Dievs teica Mozum, vai tu tiešām domā, ka я могу достать до тебя там, где ты есть. Es varu tevi aizsniegt tur, kur Вы tu находитесь esi. В пустыне, я могу достать до тебя в пустыне. Ja tu esi tuksnesi, es varu ты находишься в зависимости, я могу достать до тебя в зависимости. Ja tu esi atkarībā, es varu ты находишься в больнице, моя рука может достать тебя в больнице. Arī slimnīcā ты находишься в Латвии, моя рука может достать тебя в Латвии. Ja tu esi моя Латвия, рука может достать тебя везде. Es tevi varu aizsniegt visur. Amen. Рука Божья может достать нас везде. Viņa roka var aizsniegt mums visur. Скажи, если рука Божья может достать меня везде, почему она до сих пор меня еще не достала? Kāpēc, ja viņš visur var aizsniegt, kāpēc почему я до сих пор больной? Kāpēc es esmu vēl slims? Почему у меня до сих пор нет денег? Kāpēc man joprojām nav naudas? Почему я до сих пор нахожусь в какой-то непонятной атмосфере? Kāpēc es joprojām esmu nesaprotam atmosfērā? Почему у меня до сих пор проблемы в семье? Kāpēc man problēmas ģimenē? Послушайте, чтобы рука Божья достала нас. Lai Dieva roka mūs aizsniegtu. Чтобы рука Божья дотронулась до нас. Lai tā pieskartos mums. Знаете, что нужно сделать? Ziniet, kas jāizdara? Нужно протянуть свои руки к нему. Vajag savas rokas izstiept viņam pretī. У вас здесь в Латвии здоровается за руку? Jums да? Latvijā ar roku sveicinās. Однажды я приехал в Германию. Es vienreiz atbraucu uz Vāciju. И я встретил всех братьев и сестер. Es atradu, satiku brāļus un māsas. Русская церковь. Русская церковь. Криев драудзе. В Германии. Вация. У нас, знаете, как в Украине. Братья здороваются с братьями. Мумс Украина, как брали, свеценас от брали. Жмут руку братьям. Привет, друг, брат. Брали. Привет, брат. Привет, сейкс, брат. Сейк. Сестра, здравствуйте. Маса сейки. Привет, брат. Сейкс, брал. У вас тоже так или нет? Им сорта айр. За руку, да? Руку, два, да. И я подхожу, а у нас с сестрами за руку не здороваются. Это как-то даже невежливо у нас. Mums pat kaut kā tas tā nepieklājīgi. Я смотрю, стоят братья. Es redzu, ka stāv brāļi. Stāv sestri. Un stāv māsas. Jā, привет, брат. Sveiki, brāl. Здрасте, сестра. Sveiki, māsa. Привет, брат. Привет, брат. Sveiks, brāl. Привет, брат. Я так раз сделал. Vienreiz tā izdarīju. Второй раз сделал. Otrreiz tā izdarīju. Третий день я так сделал. Trešajā dienā es tā izdarīju. И одна сестра подходит ко мне и говорит: "Антон!" Viena māsa pienāk, viņa saka: "Антон." Такая на русском, но с немецким акцентом. Я криво володу, но это мой акцент. Антон! Антон! Я! Я! Ты почему не здороваешься со мной за руку? Капец, ты у меня руку не сваиваешься. Я говорю, ты сестра? То есть маса, я у нас с сестрами за руку не здороваются. Мум, ты ему с маса руку не сваиваешься. Как так можно? Как товар? А ну быстро здоровайся со мной. Посваиваешься, маны. Она простерла свою руку ко мне. Он не степ сам руку. И я с ней поздоровался. Она с ней посвятилась. Но вы знаете,
Очень трудно поздороваться с тем, ļoti grūti sasveicināties ar to, кто тебе руку не протягивает. Kas tev roku nesniedz. Кто тебе руку не протягивает? Почему люди не протягивают руку иногда? Kāpēc cilvēki stiep rokas? По разным ситуациям. Не протягивает. Одна из них это когда человек на тебя обиженный. Viena no iemesliem, kāpēc nesniedz roku, kad cilvēks ir apbiežojies uz tevīm. Бывало у вас такое, Лен, когда ты человеку протягиваешь руку? Tev ir bijis tā, ka tu sniedz roku cilvēkam, а он отворачивается. Bet viņš atgriežas. Но это надо быть сильно обиженным. Viņš ir ļoti... Сильно обиженным надо быть. Аллилуйя. Я не знаю, а бывало у вас такое в жизни, что тебя не замечали? Vai tev ir bijis dzīvē tā, ka tev neievēro? Tas darovojas, darovojas, ja tikai tu rasti, un tak ras. Un kāds sveicinās, un tu saki labdien. Tikai kā bū ras paprail pričosku. Un viņš kā tā, it kā palabo frizūru. Tak, nu, šobu nevyglīdēt glupa. Lai neizskatītos muļķīgi, tu gribi sveicināt. Потому что никому не нравится, когда ему в ответ не протягивают руку. Nevienam nepatīk, kad viņam atbildē pretīm nesniedz roku. А знаете ли вы, что рука Божья уже давным-давно к нам протянута? Bet jūs zināt, vai zināt, ka Dieva roka jau sen ir izstiepta? Бог протянул уже свою руку. Dievs ir izstieps savu roku. Бог протянул свою руку. Dievs ir izstieps savu roku. Знаете, в чём проблема? Ziniet, kur ir problēma? Проблема в том, что люди так редко протягивают свои руки к нему. И проблема тая, kad cilvēki ļoti reti izstiep savas rokas viņam pretī. Когда я протягиваю свою руку к человеку, он протягивает свою руку в ответ ко мне. Kad es izstiepu roku cilvēkam, pretī viņš atbild. В этот момент происходит соприкосновение. Notiek pieskaršanās. Бог может решить твою проблему только когда ты соприкоснёшься с ним. Dievs var atrisināt tavu problēmu tikai kad tu почувствуешь его руку. Kad tu viņa roku pieskaries. Он почувствует твою руку. Kad tu sajūti viņa roku un viņš sajūt tavu roku. В твоей жизни не произойдет изменений до тех пор, пока твои руки с Божьими не соприкоснулись. Измайнис не нотикс тава дзиве, камер ты. Вот почему люди ходят в церковь, но их жизни ничего не меняется. Лука пять дзивес не майнас. Они слушают проповеди. Вини клоусас. Они читают книги. Ласа грамот. Проходят учения. Он проходят учения. Из этого апмацив. Но они не соприкасаются с Богом. Bet viņi nepieskaras Dievam. Если мы с вами почитаем истории великих людей, ja mēs palasīsim varenu cilvēku, их жизни изменили не библейские семинарии. Viņu dzīves izmainīja nevis Bībeles semināri. Их жизни изменили не учения. Viņu dzīves izmainīja nevis mācība. Великого евангелиста Бенихина есть книга. Бенихинам ir грамота. Она так и называется «Он коснулся меня». Tā saucās, viņš pieskārās. Вы знаете, название само себе говорит. Nosaukums jau pats par sevi runā. Он не описал о том, какие откровения он суперские получил. Viņš neuzrakstīja, kādas atklāsmes viņš saņēma. Он написал о одной мысли. Viņš uzrakstīja par vienu что в его жизни было одно соприкосновение. Ka viņa dzīvē bija viens pieskāriens. Одна встреча. Viena tikšanās. Когда вся его жизнь изменилась. Kad visa viņa dzīve izmainījās. Если ты хочешь исцелиться. Ja tu gribi dziedināties. Тебе нужно прикосновение. Tev vajadzīgs pieskāriens. Если ты хочешь, чтобы в твоём служении что-то изменилось. Ja tu gribi, lai tavā kalpošanā kaut kas izmainītos. Тебе нужно прикосновение. Tev vajadzīga pieskaršanās. Если ты хочешь, чтобы твоя семья изменилась. Ja tu gribi, lai tava ģimene izmainās. Тебе нужно прикосновение. Tev vajadzīgs pieskāriens. Братья и сёстры, нам всем нужно, чтобы Бог прикоснулся к нам. Mums visiem vajadzīgs, lai Dievs pieskartos mums. Для того, чтобы нам прикоснуться к нему. Bet lai mēs pieskartos viņam. Нам нужно этого искать. Mums tas ir jāmeklē. Давайте прочитаем одну историю. Izlasīsim vienu stāstu. Это записано в Евангелии от Луки. Tas ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā. Евангелие от Луки 36 стих. Katrai glavā? 7. glavā. 7. nodaļa, 36. pants. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу, и он, взойдя в дом фарисею, возлёг. Bet kāds no farizējiem viņu lūdza, lai viņš pie tā ēstu, un viņš iegājas farizēja namā apsēdās. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Un redzi, tenī pilsētā kāda sieva, kas bija grēcniece, dzirdēja, ka viņš sēžot farizēja namā pie galda, atnesa albastra trauciņu ar svaidāmo eļu. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами. И оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Un stāvēja aiz viņa, pie viņa kājām raudāja, iesāka slacināt viņa kājas ar savām asarām, nožāvēja ar saviem matiem un skūpstīja viņa kājas un tās svaidīja ar eļu.
Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророком, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Bet farizejs, kas viņu bija aicinājis to redzēdams, runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, kas šī sieva tāda ir, kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece. 44. stih. Un 44. pants. И обратившись к женщине, сказал Симону: Видишь ли эту женщину? Я пришёл в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. И она слезами облила мне ноги и волосами своими оттёрла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, пока я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне ни маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. Он погрезис pie sievas, viņš sacīja Simonim, vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, un tu man ūdeni neesi devis manām kājām, bet šī savām asarām manas kājas lacījusi un ar saviem matiem nožāvējusi. Tu mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr es šeit esmu, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļu ir svaidījusi manas kājas. Tādēļ... Aha. 48. stih, Jēži skatāl, prašājūca tībie grīhī. Un viņš tais sacīja, tev tavi grēki piedoti. Biblija gribi, šo atnāždi Jēzus zašol v dom k Simonu. Vien dien Jēzus iegāja pie Sīmaņa namā. Biblija gribi, šo etat čelēk būl prakažonis, v drugih evangelijah eta napisana. Citos evangelijos ir teiks, ka tas bija spitālīgais cilvēks. On būl farisējum. Viņš bija farizējs. I on būl prakažon. Un viņš bija spitālīgs. Znaite, šo prakaza eta strašnējšā bolēzni. Ziniet, ka spitālība tā ir šausmīga slimība. Spustjā 2000 liet нет лекарств от этой болезни. Я у 2000 годов сел, как... Несмотря на развитие всей медицины. Visi, neskatoties uz medicīnas attīstību, nav zāļu. Biblija grib, что он был прокаженным. Un Bībele saka, ka viņš bija spitālīgais. У него могла отвалиться рука. Viņam varēja roka nokrist. Палец. Pirksts. Потому что он был прокаженным. Jo viņš bija spitālīgais. Он был в реальной проблеме. Viņam bija reāla problēma. И Библия говорит, он пригласил Иисуса к себе в дом. Un Bībele saka, viņš uzaicināja Jēzu savā namā. И он сидел за одним столом с Иисусом. Un viņš sēdēja pie viena galda ar Jēzu. Братья и сестры, что бы ты сделал? Un Jēzus saka, ko tu būtu darījis? Если бы ты сидел за одним столом с Иисусом. Ja tu būtu ar Jēzu pie viena galda. Он знал, что Иисус исцеляет. Viņš zināja, ka Jēzus dziedina. Возможно, он знал о 10 прокаженных, которых Иисус исцелил за одно служение. Iespējams, viņš zināja par 10 spitālīgiem dziedinātājiem. Возможно, он знал о воскресшем Лазаре. Varbūt viņš zināja par augšām celšos Лазаре. Возможно, он знал о других людях, которые получили чудеса через Иисуса. Varbūt viņš zināja par citiem cilvēkiem, kas saņēma brīnumus no Jēzus. И Библия говорит, он пригласил Иисуса к себе в дом. Un Bībele saka, viņš uzaicināja Jēzu pie sevis. И он сидел и смотрел на Иисуса. Sēdēja un skatījās uz Jēzu. Он сидел и рассуждал. Viņš sēdēja un domāja. Он хотел задать какие-то вопросы. Viņš gribēja kaut kādus jautājumus. Он хотел в чём-то убедиться. Viņš gribēja par kaut ko pārliecināties. А правда ли это сын Божий? Vai tas tiešām ir... А действительно ли он исцеляет? Dieva darbs, vai tad viņš dziedina tiešām? А действительно ли он творит чудеса? Vai tiešām viņš dara brīnumus? И Библия говорит, вдруг в эту комнату залетает женщина. Un Bībele saka, pēkšņi tajā istabā ienāk sieviete. И у неё в руках был алавастровый сосуд. Un viņai rokās bija трауциņš. В этом сосуде была мира, которую она собирала всю свою жизнь. Un tur bija miras, ko viņa bija svaidā mēļa, ko viņa vākus bija visu savu dzīvi. Он стоил очень дорого. Tā sēļa maksā ļoti dārgi. Это было то, что она собирала всю жизнь. Tas ir tas, ko viņa vāca visu dzīvi. И Библия говорит, она залетела с этим алавастровым сосудом. Viņa atnāca ar šo трауциņu. Увидев Иисуса. Ieraudzīja Jēzu. Она ничего не спрашивала у него. Viņa neko nejautāja viņam. Она не расспрашивала разрешения, а можно ли мне войти к вам в дом? Viņa neprasīja, vai drīkst ienākt pie jums namā. Она была блудницей. Viņa bija блудницей, проституткой. Проститут. Она была негодной женщиной. Viņa bija nedrīga sieviete. Библия говорит, что она залетела в дом. Viņa iegāja namā, ielidoja. Она взяла эту миру. Viņa paņēma šīs mīres. И она вылила на ноги Иисуса. Un izlēja Jēzum uz kājām. Свои волосы. Paņēma savus matus. И начала вытирать своими волосами его ноги. Un sāka ar matiem slaucīt viņa kājas. Библия говорит, что она целовала его ноги. Bībele saka, viņa skūpstīja Jēzus kājas. И когда сидели эти важные люди там. Un kad sēdēja šie svarīgie cilvēki tur. Библия говорит, если бы он знал.
Bībele saka, ja viņš zinātu. У меня есть одна хорошая новость. Man ir viena laba ziņa. Иисус знает. Jēzus zina. Аминь. Amen. Иисус знает, кто ты. Jēzus zina, kas tu esi. Иисус знает все твои проблемы. Viņš zina, kāda ir tava problēma. Иисус знает все твои трудности. Viņš zina visas tavas grūtības. Иисус знает все твои проклятия. Viņš zina visas tavas lāstus. Иисус знает все твои грехи. Viņš zina visas tavas grēkus. Братья и сестры, к Иисусу не прикасаются только святые. Jēzum nepieskarās tikai svētie. Но к Иисусу прикасаются, чтобы стать святым. Bet Jēzum pieskarās, lai kļūtu svēti. Прикосновение сделает тебя святым. Pieskāriens darīs tevi svētu. Не теория сделает тебя святым. Не теория сделает тебя теория святым. Издари, подари, не знание Иисуса сделает тебя святым. Невис, знашенство прикосновение к Иисусу сделает тебя святым. Bet pieskašanās Jēzum darīs прикосновение к Иисусу сделает тебя исцеленным. Darīs tevi dziedināt. Библия говорит, что она была грешницей. Bībele saka, ka viņa bija grēcinieci. И там сидел человек, которому действительно нужно было прикосновение. Un tur bija cilvēks, kam tiešām vajadzēja pieskārienu. Он был прокаженным. Viņš bija spitālīgs. Ему действительно нужно было. Viņam tiešām vajadzēja. Знаете, когда я езжу по церквям, kad es braucu pa draudzēm, я вижу, что многим людям действительно нужно прикосновение к Иисусу. Es redzu, ka cilvēkiem tiešām vajadzīgs Dieva pieskāriens. Их жизнь настолько сегодня находится в проблемах и в трудностях. Viņa dzīve ir tādās problēmās un grūtībās. Им реально нужен Иисус. Viņiem reāli vajadzīgs Jēzus. Вам нужен Иисус. Jums vajadzīgs Jēzus. Вам нужен Иисус. Jums vajadzīgs Jēzus. Вам надо захотеть к нему прикоснуться. Un vajag sagavs vēlēties pieskarties. Вам надо сильно захотеть прикоснуться к Иисусу. Vajag spēcīgi vēlēties pieskarties. Библия говорит, эта женщина, она была сумасшедшей. Šī sieviete bija traka. Она залетела. Viņa ielidoja tajā istabā. Она вылила все самое дорогое, что у нее было. Visu pašu dārgāko, kas viņai bija, viņa izlēja. Она не думала, что о ней подумают. Viņa nedomāja, ko par viņu padomās. Она не думала о окружающих. Viņa nedomāja par apkārtējiem. Её даже не интересовало, что это чужой дом. Viņiem pat neinteresēja, ka tā ir sveša māja. Жалко своего алавастрового сосуда. Viņai nebija žēl savu trauka. У неё была одна цель. Viņai bija viens mērķis. Коснуться Иисуса. Pieskarties Jēzum. Вы помните ту женщину, которая страдала кровотечением? Atcerieties to sievieti, kas ar asins. Viņai 12 лет она жила с этой проблемой. Štiroja, она боролась с этой проблемой. Viņa 12 gadus ar to cīnījās. И не могла её побороть. Un nevarēja šo problēmu uzvarēt. И она услышала, что идёт Иисус. Viņa dzirdēja, ka Jēzus nāk. И она вышла из своего дома. Viņa izgāja no savas nama. Хотя это было запрещено в то время. Kaut gan tajā laikā bija aizliegts. Женщина, у которой кровотечение считалось нечистой. Sieviete, kurai ir asins tecēšana, если она прикоснулась бы к мужчине. Bija nešķīsta, un viņa nedrīkst. И люди узнали, что у нее было кровотечение в этот момент. Un cilvēki zināja. Ее бы вывели за город. Я буду знаешь, как у евреев была такая хорошая традиция. Асиньошену виню изгнать. Всех побивать камнями. Viņiem bija izdzīt no pilsētas un bija tradīcija visu mētēt ar akmeņiem. Они бы ее побили камнями. Un viņi būtu nomētājuši ar akmeņiem. Но Библия говорит, что она шла через всю эту толпу. Bet Bībele saka, ka viņa gāja caur visu to pūli. И в сердце, в мыслях у нее была одна мысль. Viņai bija tikai viena doma. Если я прикоснусь к Иисусу, ja es pieskaršos Jēzum, то выздоровлю. Tad dziedināšos. Если ты прикоснешься к Иисусу, то ты выздоровешь. Ja tu pieskarsies Jēzum, tu dziedināsies. Вы здесь не услышите ничего нового. Šeit nav nekā jauna. Я не расскажу вам что-то новое и суперинтересное. Es jums neizstāstīšu neko jaunu un superinteresantu. Иногда мои проповеди говорят, ой, ничего нового. Un dažreiz saka cilvēku, ka nekas svedīt, ja jums nebija. Es sludinu visvecākās grāmatas. Kā es varu kaut ko jaunu pateikt? Biblija 2000 lēt. Bībelē 2000 gadu. Tam net ničo novo. Tur nav nekā jauna. Tam viss starē. Tur viss ir vecs. Očin starē. Ļoti vecs. Nu, ir princip. Bet ir princips. Tie ļudži, kuri prikasālis. Cilvēki, kas pieskārās. Исцелялись. Dziedinājās. Те люди, которые прикасались. Tie cilvēki, kas pieskārās. Освобождались. Atbrīvojās. Когда ты хочешь кому-то прикоснуться. Kad tu vēlies kādam pieskarties. Ты протягиваешь свою руку к нему. Tu izstiep savu roku. Поймите, Бог протянул уже свою руку к нам. Dievs jau ir izstiepis savu roku. Его рука недалеко от нас. Viņa roka nav tālu no mums. Его рука очень близко. Viņa roka ir ļoti tuvu. Ты скажешь, насколько близко его рука ко мне? Tu vari teikt, cik gan tuvu ir, varbūt Dieva rokas. На расстояние вытянутой твоей руки. Tavas rokas stiepina attālumā. Вот насколько близко к тебе Бог. Lūk, tik tuvu ir Dievs. Насколько близко к тебе Бог. Tik tuvu Dievs ir. Если ты протянешь свою руку к нему. Ja tu izstiepi savu roku viņam. То ты сможешь достать до него. То tu varēsi aizsniegt viņu. Потому что его рука уже простёрта. Jo viņa roka jau ir izstiepta. Библия говорит, что этот человек, которому нужно было прикосновение. Šis cilvēks, kuram vajadzīgs bija pieskariens. Смотри на этих людей. Cik которые daudz, сидят в церкви. Cik daudz cilvēku, kas sēž draudzēs, которые знают о Боге. Kas zina par Dievu. И они видят Иисуса. Viņi redz Jēzu. Иисус здесь в церкви. Jēzus ir draudzē. Иисус в их тайной комнате. Jēzus ir slepenā Иисус в их доме. Jēzus ir viņu namā.
Но они не делают ничего, чтобы прикоснуться. Bet viņi nedara neko, lai pieskartos. Скажи, что надо сделать, чтобы прикоснуться? Ko vajag izdarīt, lai pieskartos? Вы знаете, первое, надо поклоняться Богу. Pirmais, tas ir vajag pielūgt Dievu. Когда мы с вами поднимаем свои руки к Богу, kad mēs paceļam savas rokas Dievam чтобы pretī, поклоняться, lai pielūgtu Viņu. Он протягивает руки к нам. Viņš stiep savas rokas mums pretī. А мы протягиваем руки к нему. Bet mēs savas rokas izstiepjam viņam pretī. Ты можешь прикоснуться к Богу, когда ты поклоняешься ему. Tu vari pieskarties Dievam, kad tu pielūdz Viņu. Kad tu slavē un pielūdz Viņu. В поклонении есть великая сила. Pielūgsmē ir varens spēks. Скажи, в чём она заключается? Kur tas spēks slēpjas? То, что во время поклонения все с поднятыми руками. Jo pielūgsmes laikā visi ar pacelta руками. Когда ты сильно поклоняешься Богу, ты поднимаешь руки к Нему. Kad tu spēcīgi pielūdz Dievu, tu pacel savas rokas. И в этот момент ты можешь прикоснуться к небесам. Un tu vari pieskarties debesīm. Я видел сотни тысяч людей. Es esmu redzējis simtiem tūkstošu cilvēku. Которых Бог касался именно во время поклонения. Kuriem Dievs pieskārās tieši pielūgsmes laikā. Когда их руки были подняты к Богу. Viņa rokas bija paceltas uz Dievu. Бог протягивал руки к ним. Dievs izstiep savu roku uz viņiem. И происходило соприкосновение. Un notika pieskaršanās. А когда происходило соприкосновение? Kad notika šī saskarsme? Происходило чудо. Notika brīnums. Однажды одна девушка пришла к нам на служение. Viena meitene atnāca pie mums uz Dievkalpojumu. Я молился за опухоли. Un es lūdzu я сказал, paraudzē. Все, у кого есть опухоли, идите сюда вперед. Visiem, kam ir audze, iznāc. 200 человек выбежало вперед к сцене. Apmēram 200 cilvēku iznāc. Такая толпа, я не мог даже за всех помолиться. Tāds pulis, ka es nevarēju pa visiem uzlikt rokas. У этой девушки были проблемы с щитовидной железой. Viņai bija problēmas ar vairogdziedzeru. Диагноз. Viņai bija diagnoze. И ей сказали, раз в год. Reizi gadā. Ты будешь лежать в больнице целый месяц. Tu veselu mēnesi gulēsi slimnīcā. Для того, чтобы мы тебя прокапывали. Lai mēs tevi давали все нужные медикаменты. Дотu nepieciešamās zāles. Чтобы твоя щитовидная железа хоть как-то нормально работала. Lai tavs vairogdziedzers kaut cik normāli strādātu. И это на всю жизнь. Un tas ir uz visu mūžu. И она пришла с этим диагнозом. Un viņa atnāca ar šo diagnozi. И она стояла там сзади. Un viņa stāvēja tur aizmugurē. Я говорю, идите сюда вперед. Es teicu, и она пошла вперед, но так как она была самом сзади, она не могла протиснуться. Un tā kā viņa bija pašā aizmugurē, viņa nevarēja uz priekšu jāsnāk. Я возложил руки на тех, кто на кого мог. Es uzliku rokas tikai tiem, ko varēju aizstāt. И на нее не возложил. Un viņai es neuzliku. И она рассказывала мне потом, говорит, я ушла на задний ряд. Es aizgāju uz aizmugurējo rindu. Стала и думаю, как плохо. Un stāvēju un domāju, kā, cik slikti viņa teica. На меня руки не возложили. Man rokas neuzlika. Я потеряла свой шанс получить чудо. Es pazaudēju savu iespēju saņemt šo brīnumu. И потом я начал дальше говорить, я говорю, если ты хочешь чудо от Бога, начинай поклоняться Богу. Un tālāk es teicu, ja tu vēlēsi saņemt начинай vienu, петь Богу. Sāc dziedāt, sāc pielūgt Viņu. И Бог прикоснется к тебе. Un Dievs pieskarsies tev. И она сказала, я могу петь Ему. Un viņa teica, es varu dziedāt viņam. Я не могу сейчас протиснуться к сцене, но я могу поднять свои es руки и петь ему. Es nevaru tikt pie skatuves, bet es varu dziedāt viņam. И она подняла свои руки в этом большом зале и начала петь. Un viņa šajā lielajā zālē pacēla rokas она un sāka dziedāt. Она просто поклонялась Богу. Vienkārši pielūdz Dievu. Она просто поклонялась Богу. Vienkārši pielūdz Dievu. И Бог коснулся ее. Un Dievs pieskārās viņai. Она пошла в больницу через несколько недель. Pēc dažām nedēļām viņa aizgāja uz slimnīcu. Доктор взял ее анализы. Ārsts paņēma viņas анализы. Сделал еще новые анализы. Paņēma vēl jaunas analīzes. Она говорит, вы здорова. Viņš teica, jūs esat veseli. Я не знаю, кто вам поставил этот диагноз вообще. Es nezinu, kas jums tā diagnoze ir noteicis. Tā ir kļūda. У наших докторов постоянные ошибки. Ārstiem pastāvīgas kļūdas. Особенно после наших служений. Īpaši pēc mūsu dievkalpojumiem. Я не понимаю. Es nesaprotu. Как это произошло? Kā tas varēja notikt? Она просто поклонялась Богу. Viņa vienkārši pielūdz Dievu. Когда ты поднимаешь руки, ты поклоняешься Богу. Kad tu pacel rokas, tu pielūdz Dievu. И в этот момент может произойти соприкосновение. Un šajā brīdī var notikt pieskāriens. Я видел людей, которых достигал Бог во время поклонения во всех странах. Es esmu visās valstīs redzējis cilvēks, kurš pielūgsmes laikā Dievs pieskarās. Мы проповедовали в мусульманских странах. Mēs sludinājām musulmaņu valstīs. Там я знаете, что делаю? Ziniet, ko tu dari? Я заставляю мусульман поклоняться Иисусу. Es lieku musulmaņiem pielūgt. Я говорю, поднимайте свои руки и пойте Иисусу. Es saku, paceliet savas rokas un dziediet Jēzu. Они не понимают этого всего. Viņi to visu nesaprot. Они не понимают. Viņi nesaprot. Они не знают даже, что такое Иисус до конца. Viņi nezin, kas ir Jēzus. Я говорю, ну если вы поднимете свои руки и будете петь Иисусу. Ja jūs pacelsiet savas rokas un dziedāsiet Иисус Jēzus. Исцелит вас. Jēzus dziedinās jūs. Им так сильно хочется исцеления. Viņiem tā gribas dziedināšana. Они поднимают руки и поют. Viņi paceļ rokas un dzied. Поют. Dzied. И когда они поют. Un kad viņi dzied. Мы поем там простые песни. Vienkārši dziesmas tur dzied. Аллилуйя. Аллилуйя. Vienkārši dziesmas dziedam. Они так поют, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А потом выбегают пачками и свидетельствуют, что Иисус их исцелил. Un pēc tam
Daudz skrien ārā un saka, ka Jēzus viņus ir dziedināts. Jo tajā laikā, kad tu dziedi Jēzu, Jēzus pieskarās tā. Amīn. Amen. Второй, когда ты молишься Иисусу. Когда ты молишься. Когда ты лудз, Иезу. Когда ты поднимаешь руки и молишься. Когда ты пацал рокас и лудз. Когда ты поднимаешь руки и молишься. Когда ты пацал рокас и лудз. Апостол Павел говорит, я желаю, чтобы мужи благочестивые всегда воздевали свои руки к небесам. Он Павел сказал, лай святые венмер пацали свои руки с дебесин. Всегда поднимали свои руки. Венмер пацали свои руки. Когда мы поднимаем руки и молимся. Когда мы пацалим свои руки и лудзом. Это тот момент, когда Бог может тебе прикоснуться. Это сир момент, когда Девс арт вескартес. Бог может тебе прикоснуться. Девс арт вескартес тев. Мы должны молиться, чтобы он прикоснулся к нам. Мом сериалу Злавинч пескарас. Нам надо искать его прикосновение. Мом сиамеклавинч пескаренс. Потому что когда он прикоснется к тебе. Когда винч пескарсес тев. Твоя жизнь изменится. Тава дзиви изменится. Твоя жизнь изменится. Тава дзиви изменится. Аминь. Амен. Твоя судьба изменится. Тава ликтенес изменится. Твое здоровье изменится. Тава веселив изменится. Твои финансы изменятся. Тава финансы изменится. Все в твоей жизни изменится. Весь тава дзиви изменится. Когда Иисус Христос прикоснется к тебе. Когда Иисус прикоснется. Что для этого надо делать? Надо поклоняться. Kas tev ir jādara, jāpielūdz. И надо молиться. Un vajag lūgt. Молитва это время соприкосновения. Лукшина это пескарен лайкс. Поклонение это время соприкосновения. Пелуксме пескарен лайкс. Многие люди думают, что служение, служение, поклонение, прославление это что такое неважное. Он даудз думал, как славяшен это не сварен. Это как, знаете, заставка перед фильмом. Как перед рекламой, перед фильмом или какой-то рулит. Сейчас будет три быстрых. Сейчас будет три быстрых песни. Будет три сатрас дзесмас. Потом будет один медляк. Пусть там будет один лена. Такая медленная. Лена. Как бы три песни вначале, чтобы все хорошо гать. Сакова три здесь мы славились искусственно. Потом одна медленная, чтобы все успокоились. Пусть там один лена лавис номеринас. Потому что если они не будут успокоены, то они слушать проповедь не будут. Я не будешь номерина, если не классишь диоколфоем. Поэтому вначале все приходят. Тапец все однак. Мне нравится в Африке. Он подойдет к Африке. В Африке они там танцуют, вот так вот, вот так вот. Он трубит даю там. В наших странах знаете, как все танцуют? Мы пьем за иста даю. Как медведи. Калачи. Но прославление это ради того, чтобы Иисус к тебе прикоснулся. Bet slavēšana ir tādēļ, lai Jēzus tev pieskatās. Некоторые насколько они понимают этого, что они даже на прославление не приходят. Ir tādi, kas nesaprot, ka viņi pat uz slavēšanu pat nenāk. Это на уши давление. Baigais spiediens uz ausīm. Я помню, у нас одна бабушка была. Mums viena в церкви. Тантиņa bija draudzē. Когда мы открыли только церковь. Kad mēs tikko atvērām. Она всегда приходила за час до служения. Viņa nāca stundu pirms dievkalpojuma. Садилась на третий ряд. Sēdās trešajā rindā. И слушала, когда репетируют все. Он klausījās, kad visi mēģinājums gāja. И без десяти приходил я. Un bez desmitām nāca es. И она вот так дергала меня за рукав. Viņa tā говорит, хватит надо мной издеваться. Pietiek par mani ņirgāties. Я говорю, что случилось, бабушка? Kas notika? Все громко! Visi ir skaļi. У меня болят уши. Man ausis sāp. Я говорю, так а зачем вы приходите на репетицию? Kāpēc jūs nākat uz mēģinājumu? Вы приходите за час до начала. А jūs nākat stundu pirms sākuma. Слушайте, у вас болят уши. А jūs klīst klausāties. Потом еще полчаса вы прославление слушаете. Un pēc tam vēl slavēšanu pusstundu. Я не могу здесь. Es nevaru šeit. Я не могу. И приходит. Un es nevaru, un nāk. Не пропускал ни одно служение. Un neizlaiž nevienu dievkalpojumu. И постоянно меня доставало. Un vienmēr man kaut ko pārmet. Вы знаете, прославление – это тот момент, когда мы с вами можем почувствовать Божье присутствие. Славяшень – это тот момент, когда мы с вами совесть Деву пескать. Для чего мы молимся? Капец, мы слудзам. Мы молимся ради соприкосновения. Мы слудзам пескарен, да. Многие люди представляют молитву как тот момент, когда я могу высказаться. Даудзи ускат лукшен пар то момент, когда свар истайктес. И каждую молитву он открывает свой список. Un katru lūkšanu viņš atver savu sarakstu. Мне нужно вот это, вот это, вот это, man дом, vajag, машина, man, квартира, машина, дзивоклас, деньги, деньги, науда, науда, деньги, науда, деньги, деньги. И спаси мою бабушку, Господи. Un izglāb manu vecmāmiņu. Aleluja. Aleluja. Amin. Amen.
Что Господь не отвечает? Копец Диос не отвечает. А мы никогда не слушаем, что Бог хочет. Мы с никогда не слушаем, что Диос грибит. Мы не даем даже Богу слова сказать. Мы с не даем по Диосу вару. Мы не даем потек. Богу шанса к нам прикоснуться. Мы с не даем Диосу меспея пескартес мумс. Мы не молимся о том, чтобы Бог нам прикоснулся. Мы с не лудзем пар то, лай Диос пескартес мумс. А решение в прикосновении. Bet atbilde ir šajā priekšā. Решение не в том, что ты Богу заказ отправишь. Risinājums no tajā, ka tu Dievam pasūtījumā esi Решение в том, что ты к Нему прикоснёшься. Risinājums būs tajā, ka tu pieskarsies Viņam. И третье. Un trešais. Для чего мы с вами в церкви жертвуем? Un kāpēc mēs draudzē ziedojam? Если я хочу кому-то дать деньги, Ja es gribu kādam iedot naudu, я беру 20 центов. 20 центов. Я хочу Диме дать 20 центов. Es Dīmam gribu iedot 20 centus. Если я даю ему 20 центов, я по-любому прикоснусь к его руке. Lai, ja es dodu viņam 20 centus, es pieskaršos viņa rokai. Мне нужно прикоснуться. Lai iedotu, man чтобы ir дать, jāpieskaras. Мне нужно прикоснуться. Lai es iedotu, Друзья, man jāpieskaras. Мы не собираем пожертвования в церковь для того, чтобы просто церковь не умерла. Mēs nesavācam ziedojumus tikai tāpēc, lai draudze nenomirtu. Как один мне говорит, я неверующий. Ir cilvēki, kas saka, es neesmu neticīgais. Я сочувствующий. Es esmu līdzcietīgais. Я прихожу в церковь, потому что я вам сочувствую. Es nāku uz draudzi, jo es esmu jūtu jums līdzi. Я вот жертвую 50 центов, чтобы вы не умерли с голоду. Es ziedoju 50 centus, lai jūs no bada nenomirtu. Чтобы тут здание было у нас. Lai būtu šī telpas jums. Чтобы пастор не умер с голоду. Lai mācītājs no bada nenomirst. Такие сочувствующие христиане. Un tādi līdzjūtīgi kristieši. Иногда я слушаю проповеди о пожертвовании. Знаете, как они выглядят? Знаете, как izskatās spredičis par ziedošanu? Выходит человек. Iznāk cilvēks. Берет список всех нужд церкви. Paņem visu vajadzību sarakstu draudzē. Ой, братья и сестры, нам надо вот это. Māsas un brāļi, Ой, братья и сестры, нам надо вот это. То un šito. Нам надо то. Mums vajag to. Нам надо же новая гитара. Mums vajag jaunas gitāras. Новые колонки. Jaunas tumbas. Нам надо вот это. Mums vajag to. Нам надо вот это. Все такие, ой, как все плохо. Un visi tā, ай, cik slikti. Ладно, пожертвую 2 евро. Labi, 2 eiro noziedošu. Чтобы хоть как-то смягчить. Lai kaut mazliet mīkstināt. Хоть как-то решить проблемы церкви. Kaut kā draudzes problēmas risināt. Да не надо так давать. Nevajag tā dot. Себе оставь. Atstāj sev. Бог не нуждается в подачках. Девам нав вайдзигс от жалостибс даван. Слышите, Бог не нуждается в подачках. Девам нав вайдзиг жалостибс даван. Это кому-то в переходе мы можем кинуть вот так монетку. Кадам варам паземсея варам едот шо жалостибс даван. Я жертвую monētu. Богу. Эс зедой девам. Потому что я хочу к нему прикоснуться. Ю эс грибу ням пескартес. Этот алавастровый суд, это была жертва. Шис траукс. Ko sasita Но šī sieviete, tas bija этой upurs. Жертве, pateicoties šim upurim, эта женщина прикоснулась. Šī sieviete pieskārās. А когда она прикоснулась, она получила прощение. Kad viņa pieskārās, viņa saņēma piedošanu. Когда эта женщина с кровотечением прикоснулась, она получила исцеление. Kad šī sieviete ar asiņošanu pieskārās, viņa saņēma dziedināšanu. Иисус сказал этому фарисею, он сказал: "Я пришёл к тебе". Jēzus teica, es farizējam, es atnācu pie tevis. Но ты мне ничего не дал. Ты мне ничего не дави. Ты целование мне не дал. Ты мне не носков. Ты ног моих не помыл. Ты кайс мне не намазгал. Ты головы мои не помазал. Ты голову мне не свайдил. Ты не сделал ничего, чтобы ко мне прикоснуться. Ты ничего не издарил, лай пескартос мне. Ты не сделал ничего, чтобы ко мне прикоснуться. Ты ничего не издарил, лай пескартос мне. Есть люди, которые приходят в церковь, но не делают ничего, чтобы прикоснуться к Иисусу. Есть человек, который снаку с драудзе, он не дар никого, лай пескартос Они не поклоняются Jēzum. Богу от сердца. Они не пелут Деву на сердце. Они не молятся Богу с простертыми руками. Viņi nelūdz Dievu ar paceltām rokām. Они не жертвуют Богу с верой. Viņi neziedot Dievam ar ticību. И поэтому он приходил с проблемами. Viņš tāpēc arī viņš nāca ar problēmām. И ушёл с проблемами. Un aizgāja ar problēmām. Знаете, что самое страшное? Un pats briesmīgākais. Иисус вышел из дома Симона. Jēzus izgāja no Sīmeņa nama. Он вышел. Viņš izgāja. Он был. Viņš bija. Он там был. Viņš tur bija. И он вышел из дома Симона. Viņš izgāja no Sīmeņa nama. И он по-прежнему был прокаженным. Un Simons palika joprojām spitālis. Знаете, что самое страшное? Tas, ziniet, kas pats svarīgs. Когда ты был в доме с Иисусом. Kad tu biji mājā ar Jēzu. Ты сидел в церкви. Tu sēdēji draudzē. Ты сидел на том же самом собрании. Tu sēdēji tajā pašā dievkalpojumā. Ты служил того же самого проповедника. Tu dzirdēji to pašu sludinātāju. А кто-то пошел с чудом домой. Kāds aizgāja ar brīnumu mājās. А ты без чуда. Bet tu bez brīnuma. А твоя жизнь та же самая. Un tava dzīve tāda pati. Однажды ко мне в церковь
У нас была евангелизация, пришел один дедушка. Atnāca pie manis viens vecētiņš. И он зашел раньше на служение. Viņš atnāca ātrāk uz dievkalpojumu. И сел спереди. Он apsēdās priekšā. И за ним сидел другой дедушка. Он aiz viņa sēdēja cits vecētiņš. Который давно ходит в церковь. Kurš sen nāk uz draudzi. Он ходил не в мою церковь. Viņš, в другую церковь. Viņš nāca ne tikai manā draudzē, bet arī citā draudzē. Pēc atnāca uz mūsu draudzi. Pamiņ, dela ne v cerkvi. Lieta nav draudzē. Dela v tvojom želanii prikasnuts k Isusu. Lieta ir tavā vēlmē pieskarties Jēzum. Amen. Dela v tvojom želanii prikasnuts k Isusu. Lieta ir tavā vēlmē pieskarties Jēzum. Viņi sēdēja blakus. Этот новый дедушка повернулся к этому старому дедушке. Un šis jaunais vecētiņš pie to vecā vecētiņa pagriezās. И говорит: "А вы давно сюда ходите?" Viņš jautāja, un tu jūs sen nākat šeit? Он: "Да я уже 10 лет хожу в такие церкви." Es jau no bērnības nāk, ej tādās draudzēs. Он говорит: "И что?" Un kas? Он говорит: "Ничего не помогает." Nekas nepalīdz. И тот встал. Un tas piecēlās. И начал идти. Un sāka iet. Я встретил его. Он с ним сатик. Я говорю: "Вы куда, дедушка?" Куда вы сететь? Он говорит: "А что здесь сидеть?" А ко шет сидеть? Хорошо поевангелизировал, да, брат? Лаби, но евангелизовал брал. Спасибо ему. Благодарю сеньем. Некоторые люди приводят людей в церковь. Даже из человека одного к здравуди. А некоторые люди уводят людей из церкви. Даже айз